2 часа осталось у нас. Так грудак там, если никто не лагал. А у нас танков нет, что ли? Почему у нас два вара, вот? Там нет бензина. Долог, у тебя что-то забагалось сейчас, я могу тебе линкер. Долог, релогайся. Или у тебя автоотмена обмена стоит? А ты чё, блядь, трэш не бьёшь, скажи мне? Ты вот танк и, блядь, трэш бегал просто? Я говорю, обмен кинули, шмотку передавали. Да и хуй с этим обменом, ты танчи трэш. Знаешь, Игорь, когда у нас у ДДшников, они отходят на полчаса, мы стоим танки и трэш бьём, это ничего, да? А когда танки один из танков ничего, так это сразу всё ГП. Это всё успокоилось. Там классненько, тоже по очереди можете поменять. Так я одна танчила, и типа, если бы с меня не сорвали, то этот мумбу и на мне висел. А его сорвали, увели в РДД, я его даже забрать не смогла. Так говорим-то не тебе, говорим-то Войду, который обменивался. Ну, у него была проблема, и он не мог в данный момент танчить. Давайте контроль по мобам, которые идут. После тактика. Стеночки направо, заходим сюда. Ты на крестике, я на черепе огром убираю. Остальных контроль. Выбирайте свой череп. Сейчас мы ладно бьем. Выбирайте цель. Контрольте. Я чики-брики. Я тоже. Череп, игра. Херач, размах. Череп первый, потом крест. Одну цель сыграть. Теперь крест. Ставим киллеры цесть. Все, есть. Давайте рослого. Первого череп. Yes.
Чтобы такого не было, надо сбежаться в череп, и тогда он не будет прыгать так далеко. Брун на двоих, я на теле. Поднимайте рогу, хоть моб упадет. Баф. Так. Передалось. Чудо локу передалось. Вот этот поезд кому-то надо. На мейн. Пришел с ума жена. Отдаю долог на мейн. Только дело. Принимаешь жена. Кулак порой. Есть тебе. Чек на ФК. Что надо принимать? Баф пожелаем посмотреть. Значит, брод на двоих, на нее на пульте с пула. Да лок, отдай обмен колод. Я на келе. Черные шарики возле келя не ваншотайте, а то хуево будет. Все по отсчету пуляем. Можно лапу? Лапу бахнуть. Спасибо. Наши силы едины! Восстаньте! Аксанар был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Пища для червей. Что это такое? И прольется кровь. А это то, почему тут размах лучше не использовать. Где? Да, провокатор умер от Келисет. Ой, это Алдорама. Не от Келисета, от Алдорама. Может, его сорвал размахом. Там выйдет эта штучка. Веру дайте. Нет. Не знаю. При напулах он сильно должен был срывать. Только хант лечок не пулил, все. А еще и рейд. Ну, Эн, как дела? Сер ДД на желтых сферах, которые падают с потолка. Одна упадет, 257. А жена на 500. Забери сферу. Да нормально, мне дыхал. Хули она там в центре вылетает. Не знаю, спавнится там. Милики, забываем, да, что такое ставить рейндж друг от друга. Ну, я сейчас милики пизданут. Так же, как и не пипот. Насладитесь болью.
сила сферы питает меня. Прольется кровь. Насладитесь болью. Блять, а направьте локи бесов своих на других боссов, а не на мою черную сферу. Ё-моё. Спасибо. Все хуярьте Келя, захуяривайте его смело. Идите все и боните его. Лям у Келесета. Бегите и захуярьте его. Раз, два, три. Прием. Дал Т4, ничего не бойтесь. Фу-фу-фу. Ты шо застыла? По луту. Да, есть такое. Да я чё сейчас посмотрел просто прожимку Т5, она, по-моему, неправильно работает у медведя. А чё там? Выступление, да, тыкать надо? Ну, типа, он мне даёт даже на 2500 брони, но оно, походу, не учитывается, что у меня было накоплено, а смотрит, что какие у меня сейчас... Надо будет, короче, видео пересмотреть, я сейчас записала и... Это в лучшую сторону, или как? Мне так и так как брони. Череп захуяривает. Все, но 20% прожимка же есть. А может нет, если тут неправильно работает броня, то может она неправильно работает. Она тоже от стаков зависит. От стаки там от чего? От взмаха этого, да? Да, от вича. Стаков от количества мобов зависит? Только если я бирсу прожимаю. То есть именно по тычке увеличен считается стак? Да. Не, вот эти 20% прожимка, это вообще приятная тема. То есть она работает. Правда, наверное, кто-нибудь из там евреев или всяко написал бы, если бы не работает. Да по-любому. Ну представь, срезается же дамаг, нормально. Евреи уже ничего не напишут. А кто еще из таких активных медведей есть? У Романосов уже не. Я пассивный медведь. Давай я дам тебе своего медведя, и ты посмотришь, работает ли там Т5. Наганца, подвигайся. Зачем? Уже подвигался. Расстанем. Давай, череп, ваш. Я отойду на минуту. Ковац бегать после мобов. Наверх танчит. Сейчас я релогаюсь, обмен. Забагал. Сейчас последнего лога. 3-2. Синими полиролями может кто-то помочь? У кого-то они такие есть? Да, они по 1000 стоят. Есть аддон, аукционатор называется. Вот вводишь тут. У меня такой на. Вот. Ну, куда ты хочешь? Да, они там по 800 голды стоят всего лишь. Это даже не красный полироль. Ну что, да. Да, я после ламы, пока вы к этой, как она называется?
Кроват спекнешься вместе с Бруно. К Вальке почистить и трэш. Сбегаю, разберусь, поберу ли. А может после рейда займешься? Да блин, перед Валькой-то 5 минут как раз хватит. Ты ж после рейда звонил. Не лича танчить. Девушка в поясе нормально. Так, перед Синдрой будет время. Да, или перед Синдрой. Перед Синдрой перекур будет. И почему-то когда я в Котопале играю, ты у меня был на Агаровару вышел. Каким-то раком, а ты... Я, блядь, играю за Ретрика, и пиздец от кого-то. Вот как так получилось? Я не могу воровать Агар вообще никак, я только одного моба бью. Ты, блядь, как-то лужи что ли кидаешь чаще, когда я в протопале. Нет. Я лучше кидаю, если я один танчу. У меня тут, блядь, соло таргет только, агро. И то, блядь. Нихуя не помогает это. Не, ну оно как бы терпимо с напулами играть. Че, понять? Нет. Ну, подай. Пожалуйста. Ставь шкаф. Ну, зараз, сума. Пока тут уходи. А че, на какую-то шмотку, да? Я так понял. Или нет? Монзех, потому что приставил, или нет. Тут уходи, как это звучит. Пока тут, а уже не тут. Пришел там самовозор? Зачетному надо. Кольцо свали на ханта. Зачетному. Ребят, две минуты АФК, курьер приехал. Потом. Не возьмите. Это провокатор был. И чё, пулять или менять его? Из провокатора. Из провокатора? А если на него сейчас пак кинется, вы чё? Где мы его первым? Что? А что с ним сделать сейчас, он уже ушел? Он типа никуда не телепортнет. Вы же утикать не будете прям сейчас, чтобы он вылетелся? Я бы кикнул. Я бы тоже. Леха, бегай. Леха. А что, Леха? Уже минута пока осталось. Ждем на... Пока... Пока еще решать будете, он уже придет. Да, блядь. Тут у провокатора курьер пришел, говорит, АФК 2 минуты. Мы-то ждать не он хотим. Он 1 минуту вылетает, он уже вернется. Да, да. Уже смысл. Вот так вот. Я вдруг и не вернет. Давай таймер. Минуту, короче, смотрим. Еще минуту у меня есть. Минуту смотрим, потом минуту ждем, пока вылетит. Потом он релогнется еще. Хорош. Потом еще хил какой-нибудь релогнется. Потом я релогнусь. Короче, че, перекур 5 минут, да? Там оптимальный вариант, это кикнуть, а если вернется, дать пати и все.
Мне кто-то рассказывал анекдот, короче, про черепаху, которая через дорогу переходила. Знает кто-то такой? Нет. А зря. Вот Бенчик знает. А, нет. Таких анекдотов, наверное, тысячи. Какой он из них знает, не факт, что это твой. Ебать, ты дал вовремя, сейчас он не подойдет так. Это реально первый раз или мисклик? Реально. Тогда я курить. Катар тут, перерыв закончился. Все курят. Войт, Кирс, Войт. Войт. Давайте дружно позовем Войда. Зато я вчера попросил подождать, меня хоть кто подождал. Войд дождем все. Потому что он пошел. Титан. Вернулись, по-моему, к чему начинали. По 4 часа ЦЛК закрывать, бля. Без лича, да? Ну ты смотри, сколько вайпер-то было. Блядь, Войд, наконец ты пришел. Это он пришел. Блядь. Элрея там не было. Он же подтверждал. Да тут я. Ты на боссе, я просто стою рядом с тобой. А давай наоборот. Поздно уже. Давайте не обожрёмся, пацаны. Это будет просто неразумное решение. Thank you.
Кстати, мозг нам нужен был, чтобы антифиг повесить. Подождите, у вас укус Фареда сорвал? Да, он всегда рвет. Как? Вара плохо бурстует. Ты забыла, как вазелин обычно врывался и сдыхал всегда? Он нашел себе еще зеленый. Сейчас будет внушение страха с эфиром. Тьфу, с тенями. Там бабу есть. Там на левую иди. Полдарам здесь. Охуенный бабл. А на ком были? Лёг, начистит полдарам. Чё, падаем или чё? Я так понял, я прям угадал стопка. Ёлку съесть, бьём. Забери босса. Давайте БР, у нас никто с вкусом не будет. Ой, Денечка поднимай. Дракона не поднимайте, не поднимай. Здравствуй, Денечка. Босса в раску. Баф. Локи укушу. Баф по вразке, захил. Че это за хуйня? Ты что, в лужу встал? Как там сбегал? Так, смотрим фир сейчас. Мозер на хп есть, Гим? Приготовься. Читай. Жунен провокатора. Укус ему передадит кто-то. После, как сядет. Укус передай сам. Укусы передаем танкам, хилам. В раску кусай. А если драгона подняли, которая фкшит на боссе? Тебе, блядь, не фкш, а лагаю, блядь. Я предупредил всех, прокричал два раза. Дефы прожимают. Чтоб вас не убили. Дефы прожимают. Да, вас патроны. Им контроль, фулл дд по боссу. Разелину в контроль, стан и фулл дд босса. Верса 30 секунд босса добивайте. Контроль дальше по разделению. Спах, забегите. Невосприимчивость лягушки. Все, добивайте. Разбейте тут. Вагоны, блин. Что вот он за это багруха и не упала. Заслуженная, по-моему, ТП. У вас эти танки не были укушены, если чё. Жену, нахуй ты меня поднимала, скажи. Лёха тут? Да, здесь. Короче, 400 ЕП всем. Талдораму 250. И Мозер, Локи, Розелина по 100. Да, откуда бой? А бабл, когда ты скидываешь, он лужа. Разливает, лужа разливается? Нет. Сразу? Нет. Если ты нажмешь его сразу. Ты можешь не сразу нажать, но ты должен в сторону тогда отойти, потому что первый тик будет защищен. Тебе красного крылья прожал, короче, фир и пиздец в лужу забежал. С
скиллуха надо, чтобы бабл нажать. Секунду. Ага. ДБМ заранее анонсит, и надо же бежать еще какое-то время. Наш. Можно заранее, по идее, нажимать. Там уже не будет разливаться, если на тебе висит. Маг забрал печеньку на мейн. Ну капец. Не дают это эрдру додеть. Да и еды. А что не ролит через аддон-то не могут? Потому что может нет. У меня он есть, но я не начисляю это не мог. Ну, в смысле начисляю, да, не мог. Там кто-то пишет, это без аддона нету шмота, по-моему, нет? Он моба бить. Кирс, я тебя предупреждал, я сейчас отойду. Две минуты подойду к компу. Интересно. Синдра мой любимый босс. Чем он найти? Плохой из секс первого флова. Лёх, мы изглазим. Наверное, сегодня убить. Ты поторопи. Кирс, мы уже были сегодня без анонсов на леге, мне не понравилось. На леди анонс должен бежать от духов, вот и что-то первые два вайпа никто не бежал. Анонс сейчас ГП начислю, а там как начислили, так сразу стали бегать. Там саппорт выпили, полегче стал. Ну да, блядь, саппорт решился. Раньше, если ты взрывал одного духа, да, допустим, и в тебе попадалась тва, это шок. Про там так не будет. Контроль расставили, чтобы контроль. Если кто-то рядом с тобой взорвет, как получше, ты его не можешь. Ну, скорее всего. Давай, испанцы. Смотри, обманул. Сначала хилят под вертушкой. Там куча пахнет. Этих самых, как они, полководцев этих, так что осторожно, милики. Их там 4 или 5. Что? На обычку пленки есть какие-то? 49 кап брони. Ну так это кап. Это перекап в 3000. Нет. Хард кап для 83 уровня 75%. 49-990. Обычку есть какие-то легенды, стоит? У меня нет. Чего хардкап? Это хардкап. Ну, в смысле, но. Кап. Для 83 уровня, для босса. Но у меня пишется, получаемый физический урон снижен на 75%. Пишет и больше не пишется. 80 уровня, для 80 пишет. А босс и 83, там немножко другой кап. И он 49-990, то есть, ну, считай, полтинник. Ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Где там Лорей и дракон?
покончим с ней. Это для боссов. То есть Лич, Гвор, все остальные боссы. Они 83 уровня. Перекап у тебя будет тогда, когда у тебя больше 50 тысяч будет. Что там, копье где-то есть, нет? Нет? Фарада поднял. Сейчас еще кинем. Вы, кстати, зря сдохли милики на этой хуйне. На четырех полководцев. Говорю же, не подбегайте, плохо бегут. Тут ладно, милики, тут еще и РТТ умудрился сдохнуть как-то. Он потанчить решил тучкой. Копье как можно быстрее сейчас кидайте. Дайте копье с Медведевым. Тут просто непонятный рейндж какой-то у этих. Тут ты стоишь на том месте, где не достает, а потом бах, ты сдох. А, ты про вихрь? Подальше надо стоять. Чтоб не сдохнуть. Копье кидайте быстро. Вот и где трупы, где я лежу, типа. Чё радиус так? Просто видишь, из-за этого мы больше пьем. Кому фарада поступил? 400 ЕП, всем, Талдораму 250, Розелина, Локи и Мозеру по 100. Увесьте быстрее. Сейчас еще и свалик на лицо не упадет, то и вообще расстроит. Рисуйте все. Первая проверка на ФК. Фрады тут. Ну, Фрада хотя бы рядом стоит, а Драгонсон, да? На ГП. Пока тут, тут. Сейчас завершится проверка. Да хоть чё жрать. Просто у меня один вопросик там. Давай, сейчас, пару секунд. Один вопросик. Драгонсон. Это... Кикни, чтобы вылетел с инста и пока тут осугнил.
Драгона нету две проверки. Может, он снова вылетел? Кто, Драгон? Что лагает? Ну так нам надо... Давайте, или так идем, или что там, кто там скажет свое веское слово. Пока тут-то надо в рейд брать, или Драгон лагающий, у нас там... будет рейд. Пока это мы вальку. Давайте возьмем Адмирала. У вас дракон стоит вообще в другой части инста. Вы решаете, оставлять его или нет. Убирайте из рейда и смоньте пока. Давайте, кто будет решать? Лёха, ты тут? Вот, решил уже кто-то. Сейчас, через минуту его тело бренное выкинется с инста, и мы присумоним пока тут-то. Нет, Адмирал. Денчик. Так. Простя и нямка порталы. Мосса и Долог на рейде. Минута прошла, кто-нибудь засёк? Сейчас, пока тут скажет, пришел Симон, проверь. Да, Денчик. Нямка и Простя. Лок, она, знаете, который под боссом стоит? Какой лок под боссом будет, хочет стоять? Плюс рейд. Локи, Розелина, Даркис. Даркис. Какие танки, скажи, с какой стороны? Танки? Я справа, Брун слева. Все, на хилах метки есть, на локе есть метка, треугольник. Чек на пул. Брун. Провокатор. Ты слева, я справа. По отсчету. Коня уберите. Конь для порталов нужен. Там быстрее летают. Совы, блин. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Подавление. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Как ты кружок полетел? Метки хилов вместе летает. Ну что ты делаешь? Все повисли. Скелет справа. А ничего не надо, Миша? Не надо. Странный ты, конечно. Встречал моба прям, да, с пыткой там.
жирный для танка. Подавление бить и бить. Вон скелеты сначала. Мишу убили. Он вылез. Но он мог зайти. Так что, не лутаем или что там? Не трогайте пока ничего. Ставьте шкаф. Резайте пульса. Мне там не надо ничего, можете открывать. А, тебе не надо? А на ком лучше? Две сёды. Квест возьмите. Который мы не сделаем, потому что будем вайпаться. Тыкну с Монфорадусом у нём. Тут. Лутайте. Сука. Сразу надо определиться, чтобы кто-то один прожимал, а не 10 лучей там. Так там нужно 5 человек, чтобы заюзало. Почему? По что написано в описании квеста. Чё ты скидываешь, шматецкий, да пошли вниз. Час остался у нас. Щука? Комнату пошли чистить. Я немножко умерла. А чё, на РСХМ вы уже не надеетесь, да? Ты по ЦЛК думаешь, что там будет? Поэтому я иду сейчас. Ну вот, как без вайпа на леди начнется и за 2 часа на фул. Да, выиграл поезд. Там можно еще и РСХМ плащ. Ой, плащ. 389, если что. А то чё-то на леди расслабились. Мы тогда ходили у было вас... Было бы за 2 часа на фул, если бы нас вел пианист. И было только бы КП сразу же. Только да. ДВшников было на том РСе, когда мы ходили там нафига, и то были проблемы. Пока да, весь рейд ДВшников. Спускайте сюда, дайте шкаф, они неизвестно где. Снимите метки эти. Сейчас. Пожалуйста. Бруно кого-то. Смольч. Зачем я тут? А ты в танк спекайся. Да, спекайся, не получит. Тут, скорее всего, Карина хилить будет, да? Третьим расходруидом? Да. Ну и в 3 танка можем. У меня нет ничего, у нас обход магии. Я рейд перетусую еще. Не хватит. Тык. Стрип-стрип. Лёха, кажется, если что, я могу на Настину ДЦ заползти. Тут все заебись пошло. Да, тут скажете, когда пройдете трэш комнату. Я до рейд тогда перетусую. Принимайте и пошли. Красивая победа. Пошли, не стоим, жену и МЗ. 5 человек еще не тут. Провокатор, лич сталкер, они тут, они просто в каште. Ну, не тут, они в каште. Они просто решили постоять, думают, так нормально будет. Дать им ГП. Заходите сюда, что стали. Только что. Да, может, 5
Они сегодня вечером же обычка. Судя по тому, если клиенты какие будут, то возможно, да, если не будет, то тогда... Нет, будет вечером. Хопут поставь. У нас еще кель стоит, у нас еще есть, господи, терраски. Кель стоит? Ага, Вуки Хэм стоит, ждет. Вука Хэм. А. Ну, завтра, видимо, Джайна РСХ. Вука Хэм еще стоит, так что... Хватает куда ходить. Ха-ха, смешно пошутил. Какой у вас? Читай, сколько вы оставляли? Я про вечер говорю, а не про день. Мы на вторую ходили. Учи трай переводили, так как говорит, да? Два трая переводили. Да, на 50% уже на сколько? На нуле. На 5%. А после этого еще одна фаза будет? Да, ну мы забываем. Грубо говоря, 50% босса убивали. До второй фазы, короче, почти. А там после второй фазы ничего больше нет? Нет. Там есть там третий. Да? Типа, сделали как в обычке, только наоборот, что обычка первая фаза вверху, вторая внизу, а первая фаза внизу, вторая вверху. Да нет, тут фаза вообще кардинально отличается. Что первая, что вторая. А он там на второй, я не заметил, он взлетает вверх и просто там висит, перекастует, да, иногда? Да. Мне кажется. А чё, вот мобах хоть какого-то сливали, нет? Типа, если моба да. Сольёшь, у него хп тратится? Да. По 25% видать? Да. Там пофиксить должны перефазы на днях. Полегче будет. Ну мы же пока Чифку. Будем тратить все равно, да? Пивку сделали, а не хоть за него. Нам же потом проще будет. А чего? Хрен. Это ж первый босс. Чмо там понтиться только, да, доказывать? Что будет. Если с него токен будет падать, неизвестно. Нет. С первого нет, босса с каждого вряд... босса по одному токену будет падать. Да не пытаюсь. Это первый апнет такая. И Т5 будет по классам падать. Токены. Токен по классу, не по. На один вот типа класс? Не, не по. Не один класс, как на этот. Т5 тоже там по классу. Бедные друиды. Вообще не говори. На нойте, чтобы распределили. Что типа близы неправильно. Хорошо, что я хан. Херчу на ноешь теперь. Там уже ныли, говорили, что поменять дезурон, сказал нет. Будете страдать. Да, можно было бы вообще типа паладина в один токен, всех остальных. Да. Я не знаю, вот он говорит, вот надо спросить, чем это мотивировано, а не просто нет, блядь. Вот не, ну там написано, я просто не помню, почему он не хочет менять. Надо на форуме поискать. Я тебе объясню, чем это мотивировано. Тем, что ты дольше будешь играть в эту игру. Не, чтобы больше друиды, ДК, присты, кто там еще с ними. Дольше играли в эту игру. Не, больше донатили. А, ну да. Потому что... Чтобы их меньше было в рейдах. Да, их меньше в рейде будет, во-первых. Во-вторых, они будут больше донатить, потому что на них токен будет, конкуренция большая. Админы зачем? Помогают зачем избавиться нам от софт. Чем в ПВЕ донатить вообще? Зачем в ПВП донатить вообще? Окей, вторичный вопрос. Вообще, зачем смысл донатить, если ты можешь всего добиться сам? Согласен. Это вообще зачем играть?
Нет, да, зачем играть, как ты в жизни всего добился сам? Понимаешь, донатить можно, но донатить можно то, только что не игровым путем никак не достать. Донатить можно хоть кому, если это прет его, пусть донатит, если доставляет удовольствие. Мне не нравится донатить, не доставляет удовольствия и все. Это дело каждого, но лучше донатить то, что игровым путем не добьешься. Да, Путники. А тут нету таких вещей, которые только за донат. Поставки. Маунты. Маунты, ну. Маунты поставки. Смена расы, смена, блять, всей этой хуйни. Игровым путем этого никак же не добьешься. А вот смену фракции, кстати, можно сделать. И смену расы. Продаются, это типа... Кого хочет добиться? Как? Ну просто есть люди, короче, которые за голду тебя типа покупают. Не, ну все равно, они-то донатят эту хуйню. Да. А, ну да. Именно так, чтобы ты сам пришел там, или кто-то на серве купил за голду, блять, или за что-то еще такого нет. Или вы... Зачем есть? Есть. Смену расы никак убить. Не добьешься, первым убить Алара, и тебе дадут 100 бонусов игровым путем. Вот и все. Хорош. Ты донат, понимаешь? Это получение бонусов. Это получение бонусов игровым путем. Какой вот и все. Этого получить? Так что можно сказать, это БГшку там захуярит на первом месте, 50 тысяч рубасов получить и сказать, ну вот, это все игровым путем, что за донатил. И купить шею. Да, так и получается. Да. Просто это. Вот это единица только получит, вот и все. Но это можно все равно, да? Да, конечно, задроть получишь, поняли, пожалуйста. Это чего это будет говорит? Я так и говорил. Можно задротить, получить там бонус, блять. Бонусы в любом. Реально просто задротить. Надо просто ходить. Много игр. Имея никакой скиллухи, просто играть. Просто одну кнопку тыкать на ББ. Бабл. Нет, кнопку поиска. Выигрыш БЭшки зачастую не зависит от тебя. Зависит, ты говорил. Зависит больше от того, ты играешь, тем больше рейтинг. Я не смогу зачастую, не прошу. Лузпати это такое. Известная хуйня. Понимаешь, даже если ты проигрываешь, ты не теряешь рейтинг в большинстве своих случаев. Вот и все. Если ты нормально играешь. Да, ты просто копишь рейтинг тупо победами. Чем больше игр отыграл, тем, блядь, больше. Да, вот от этого и зависит. Пацаны, кто-нибудь саппорт продаст? Аукцион. 250. Ну ты, блядь, копеешь ремонт, блядь. Ну, аукцион тоже есть. Там подешевле. Ну, легче, за 190 купить там. Рейдзи всегда дороже. Экспрессом. Надо за ноги платить, все козырно, по-моему. Че, ты там тусуешь что-нибудь или как? Или че, как бьем? Давайте перекур пока 5 минут перед... Дрой. Блин, я давай сейчас... лучше поубить перекуров. Да я надо порешить еще. Мозер, адмирал, заходи на Насте ДЦ. На леди накурились уже. Только я решил протор.